Бля, одежду я себе выбрал. Погнали на одной машине. Блять, я спрашиваю, а у меня микрофон выключен. Пиздец. Куда вы делись-то? Да проходили там ограбление одного парня. So, you're gonna run what's known in the biz as a hijacking, because you're you're hijacking the Meriwether convoy. Вы телепортнули? The bridge is a nice tidy place to get it done. Not many places they can go, but plenty of options for you. Кто-то не хотел в сессии телепорт. В той сессии, из которой вы ушли, там до 2-4 было, блядь, один сука, пидор мне денег накидал, блядь. В сессии денег накидал? Ну, чуваку банк прилетит. 25 тысяч, наверное, не надо. 25 тысяч? Я тут же вышел, блядь, но он как-то, сука, очень быстро накидал, блядь. Да ты слушай, если надо тебе денег, логин, пароль, я тебе накидаю. Только... Блин, тебя так плохо слышно, я вот почти не понимаю, что ты говоришь. Я говорю, если тебе денег надо, логин и пароль, я войду в твой аккаунт не, и не, тебе мне накидаю. Не надо, наоборот. А в сессии только долбоёбы кидают. Просто этот хмырь взял, блядь, и начал накидывать, блядь. Почему-то мне, блядь. Только. Телепортнулся ко мне, блядь. Я от него в хату, он ко мне в хату, блядь. Ну смотри, бан как бы не словить. Ну чё, там долго, блядь, говорил, садитесь в мою машину. Сейчас нормально слышим? Да-да-да. У меня спят, я не могу громко говорить. Хотя микрофон поближе, а то я на фоне звуков игры вообще нихера не слышу, особенно когда Лестер пиздит. Настройки нажми и это, приоритет поставь это, голосовую связь. Настройки, голосовой чат. Там видишь, голос чата, громкость звука, голосовом чате. Что-то ехал. Давай я за вами слетаю. Капон, это что значит? Стой на месте. Ехать километра за ним след. Надо одежду эту убрать из моего гардероба. Как я так попал, блядь? Метку взял? Нет. Минимум.
Поем? Жора, садись вот с пулеметчиком как раз к парню, вот сейчас он на машине подъедет. Давай я тачку заберу. Машина не пули, не пули не пробиваем. Access.
got him? Looking good. I'll ditch the truck, you hold on to those.